остается только среди профессионалов, которых мало, но они продолжат покупать технику, так как это средство для заработка. Иван Медведев, Бизнес FM. Сейчас обзор зарубежной прессы. Бизнес FM. Мониторинг. Деловая пресса. С обзором Евгений Нелюбин. Когда два года назад Кипр с подачи Запада спасал свою финансовую систему, проехать по Политехнической улице и Первому Муринскому проспекту от площади Мужества.